Чувашия намерена создать все условия для любителей бочи. Такое заявление сделал министр физической культуры и спорта Сергей Мельников на пресс-конференции. Команда «Чувашия по боче» впервые заявила о себе на проходящей в эти дни в Чебоксарах второй спартакиаде инвалидов. Материальная база для этого вида спорта в республике уже создана. Соревнования можно проводить на любом столичном стадионе. В ближайшее время необходимо решить вопрос с тренерами. Специалисты у нас, это можно шире говорить, не только и в паралимпийском спорте, но и в спорте среди здоровых спортсменов. Конечно, мы ощущаем дефицит и нехватку. К сожалению, молодежь не очень охотно идет в профессию. А с инвалидами это порой довольно тяжелее. Здесь своя специфика работать, и, конечно же, вот эту проблему мы стараемся решать, хотя подвижки есть.